мағыл. Аттаңыз қалқымен кетед. Балладың обалына қалмаңыздар. Халықпен отырып, халықтың күн табыңыздар. Сіздер елдің басшысыздар. Осынша жыл бойы, 30 жыл елді басқарып кешқанда, қазіргі уақытта елмен тіл тауыспасаңыздар, не қыл деп жүрсіздер. Қан ағылмасын тоқтатыңыздар. Осарамызда ақсақалдарымыз бар ма деп сөз айтасың? Аға сіз сөз айтасыз. Сөз айтатын адам бар ма? Қорқа түскен кезде. Пожалуйста, кто хочет сказать? Пожалуйста, скажите. Кто боится? Здравствуйте. Я на русском. Я училась там. Доктор, еще раз. Я здесь за мир, за то, чтобы казахи начали объединяться. Вот как историю Казахстана начнем смотреть, все время у нас какой-то раскол в обществе. У каждого может быть и личное мнение. Каждый здесь присутствует по собственной своей причине. Я вижу, что здесь очень много лозунгов, которые призывают к добру. Вот время надо искать не в чем мы различаемся, а в чем мы похожи друг на друга в данный момент. Сейчас нам время объединиться. И вот как президент в данный момент Токаев говорит, я хочу, чтобы это была страна услышанная. Я хочу, чтобы нас наконец-то стали слушать. Вот. И услышали. А нам нужно быть едиными, потому что в нашем комьюнити вчера произошел какой-то раскол. Но вот я рада видеть здесь тех, кто есть. Потому что мы пришли к одному мнению, что нам нужно все-таки высказаться. Все, что сейчас происходит в нашей стране, это ужасно. И опыт показывает, что это никогда хорошо не заканчивалось. Вот. Давайте. Выйдите, правительство, выйдите с нами, пожалуйста, на диалог. Не будьте трусами. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Я тоже скажу на русском, потом немножко скажу на казахском. Во-первых, я хотел бы... Мне очень жаль, что такое происходит. И я, так как я жил в Казахстане, я знаю, что к этому привело. Привело к этому десятилетие того, что не было ни свободы слова, никакой не продвижек демократии. Все было заморожено, все было... остановлено. Все лидеры, которые были, которые хотели говорить от имени народа, они все были либо убиты, либо выдворены из страны, были посажены в тюрьмы. Дорогие соотечественники, мне очень жаль, конечно, что власть к этому привела. Я хочу реальных реформ, политических, демократических реформ. Я хочу, чтобы пришли настоящие лидеры казахов и всех казахстанцев. Я этого желаю и этого очень хочу. Я хочу, чтобы наша страна расцвела под демократическими знаменами. Потому что другого пути нет. Просто нет. Если будет так продолжаться, будет гораздо хуже. Еще намного хуже. Будет гораздо больше жертв. Я хочу, чтобы все, что было, все преступления, что были сделаны, чтобы они все раскрылись. Я хочу, чтобы все эти годы правления диктаторов, все это было переоценено, и были сделаны правильные выводы. И Казахстан стал свободной, демократической страной. Спасибо большое. Ага, Казахстан. Приветствую, Казахстан. Где те, когда пришел, был демократия, жаңа реформалар, сол үшін қазақтарымыз бәріміз бірігіп, Казахстан Купурсон. Алга Казахстан. Рахмет. Окей. Бірінші ұранымыз. Мен айтам, стоп дейм. Бәріміз стилинг дейм. Екіншісі, стоп. Үші рет айтам, жарима бірінен бастайды. Стоп! Стоп!
Violence. Stop! Violence! Stop! Violence! Стоп! Будем сейчас по-русски говорить. Остановить! Кровопролитие! Остановить! Кровопролитие! Остановить! Кровопролитие! Третье, мы говорим, остановить насилие. Остановить! Насилие! Остановить! Насилие! Остановить! Насилие! Третье, сейчас будем говорить про ОДКБ. ОДКБ? Аут. Да, ОДКБ, аут говорит. Хорошо, первый по-английски. ОДКБ! Аут! ОДКБ! Аут! ОДКБ! Аут! А по-английски говорит ОДКБ? Уходи! ОДКБ! Уходи! ОДКБ! Уходи! ОДКБ! Уходи! Казахша и там. ОДКБ? Кет. ОДКБ! Кет! ОДКБ! Кет! ОДКБ! Будем говорить диалог. Разговаривали с ними. У всех было много что сказать. Пожалуйста, скажите сейчас. Хэллоу-сан, меня зовут Дарина. Скажу на русском as well. Если прочитать все новости Америки, написано, что все это началось с Сент-Газа. Но на самом деле мы все знаем, что это просто была последняя капля. Все эти годы, последние 30 plus years, мы устали от одного президента, который не дал даже права его выбрать, и потом он поставил нового президента, когда народу не было даже никакого права и выбрать своего лидера. И сейчас народ просто устал. Когда мы увидели видео митинга, мы обрадовались. Мы подумали, наконец наш народ вышел. Но когда мы увидели мародеров и что происходит с нашей страной, мы сделали нужным выйти на peaceful protest, на мирный митинг и показать, что наш народ, он не такой. Это действительно не казахи. Вы должны не поддаваться мидии. Всем очень сложно, мы стараемся держать эмоции в стороне и помочь, насколько мы можем. Ага, Казахстан! Рахмет, келіңдер. Пожалуйста. Это сөздерім бар ма? Если у вас есть что-то сказать на английском, на русском, на любом языке, который вам удобно. Пожалуйста. Айтыңдар. Hello everybody, I'll speak in English so that our American friends can also understand what's going on. We came here to support our people in Kazakhstan because we're very concerned there are uprisings in many cities, main cities of Kazakhstan. And those are simple people, hardworking people who just came out to the street to voice their concerns, their troubles, and they wanted the government to hear them. Unfortunately, the local authorities didn't come out, didn't talk to them, didn't want to hear what they had to say and address those problems. If they did, it wouldn't come out into this chaos that's going on right now. So it's never too late. We urge the government, the local government, the main government, the president, to come out and talk to people face to face, arrange meetings, discussions,
It has to be dialogue. It cannot be one-way communication through media. That's not how it works. There are foreign and local organizations for human rights that want to participate as mediators. Listen to them. Let's use diplomacy, not violence. Otherwise, democracy will never happen, because we are here today on the main street in front of the White House, main building in the United States. We're using this right for freedom of speech, and we want our people in Kazakhstan to have the same right. They have to be able to speak up. They have to be heard. You must listen to them. Otherwise, it's out of control, as we can see. So that's what we want the foreign nations also to hear. And please watch what's going on in Kazakhstan. Please don't leave our people alone. We're very concerned that the Russian troops are there now. We don't want the Crimea situation to happen, or similar one as it did in Ukraine. We don't want the Afghanistan scenario to repeat. So we urge the NATO, the United States, to just monitor that and control. Don't let any violence erupt between the nations. It's an internal issue of Kazakhstan, and Kazakhstan should be able to resolve it on their own. So we want peace, we want communication, and we want development, we want evolution. If there's no evolution, there's always revolution. So let's pick the peaceful way, the way of hearing each other, listening to each other, and going forward to freedom and democracy. Ara Kazakhstan! Пожалуйста, подойдите к нам, келесі сөзайтыс келен, микрофон включайте, он и оса сөзайтыс. На любом месте, который вам удобен. It's not only a process, a meeting, or just a resolution. It's more, because it started as something peaceful, and right now people in Kazakhstan don't have internet, don't have access to the World Wide Web to share their emotions, to share their feelings. And that's what's concerned. That's what we need to be concerned with. They're stopping their way in order to be heard. Kazakhstan people needs to be heard. And that's what's happening. They shut out internet for 24 hours and then let the internet be in Kazakhstan for 1 hour. And during this 1 hour, they post a lot of bad things, a lot of not true things, a lot of lies. And then worldwide communities start thinking of Kazakhstan about something bad, something terrorist, something that not supposed to be. And that's what we need to be concerned with. Also, my friend is living there right now. My father is there right now. My father cannot go to the city. He needs to work. He needs to feed his family as well. He cannot do that. My friend was crying in her basement because she was hearing the bombs. And literally one day before that, she was sitting at the bar with her friends. And next day she's crying in the basement. And that's what we need to be concerned with. This is not normal. This is not okay. And if people in Kazakhstan will continue not hearing people and let them be in that awful misunderstanding between other countries, it's never gonna end. And then we're gonna lose another good country with a lot of good people. We don't need another lost country as we had before in our history. So let's just help them, let's speak out. We need to have some action. Thank you. Сегодня кто бы там жиналда, у всех есть свое мнение, выскажитесь. У вас есть это шанс поддержать казахстанцев сейчас. Очень тяжелые времена. Казахстанда өте төтінішті жағдай болып жатып. Он. Здравствуйте, меня зовут Зарина. Я хочу сказать президенту, обратиться к президенту нашей страны. Президенту Казахстана, пожалуйста, услышьте нас. Посмотрите, мы находимся за 10 тысяч километров от Казахстана. Сколько нас здесь? С каждым годом все больше и больше людей приезжает.
уезжай со страны. О чем это говорит? Наши люди повязли в кредитной кабале. Пожалуйста, услышьте нас. Мы здесь не просто так собрались. Пусть эти протесты будут не пройдут бесследно. Услышьте нас. Мы здесь собрались в надежде, что вы нас услышите. Спасибо. Алга, Казахстан! Которые в Америке, пожалуйста, нас очень много, высказались только несколько человек, у всех есть что-то сказать, скажите, не бойтесь, нечего бояться, поддержите народ Казахстана. Казахи вообще не отличаются. В первую очередь мы здесь собрались, чтобы остановить кровопролитие. Умирают сейчас не только мародеры, не только бандиты, умирают невинные люди. Мы хотим сказать нет репрессиям, мы хотим, чтобы была transparency. Где это? Мы хотим, чтобы была transparency. Где эта прозрачность? Где демократия, если нет интернета? Мы не можем созвониться с нашими родными, мы не знаем, что происходит. Люди, которые живут в Казахстане, не знают, что происходит. Это не демократия. That's not true democracy. We want transparency. We want the bloodshed to stop. We want a true dialogue. These people who live in Kazakhstan, they want to know the truth. They want to know what is happening. And they want this violence to stop. And the government can't stop it. Но не обязательно убивать. Vigil. Yeah? Yeah, I work there. Or serve. Wait, there. Can you give me your card? I will, yeah, I will, yeah. Thank you. Yeah, I will. 100%, yeah. Yeah. Когда точно так же казахстанцев убивали, как Тохтар Абакиров сказал, если брат брата не может убивать, давайте позовем других, чтобы убивали. Как такое можно делать?
Государство делало то же самое в 86 году. Называло мирных протестующих мародерами, убийцами. Но посмотрите, история раскрыла, что это было неправда. То же самое сейчас происходит. Не надо обманываться. Мирные протестующие – это не террористы. Мирные протестующие, они требуют лучшей жизни, лучшего Казахстана. Пожалуйста, давайте поймем, не будем верить пропаганде, которую каждый час выпускает Хабар, каждый час выпускает, когда интернет включают другие новостные телеграм-группы. Они пытаются рассеять казахстанцев, разделить казахстанцев. Но в единстве сила! Қазақтар, жаңа өзендегі қазақтар, тармаңдар, тұрындар. Маңғыстауда қазақстандар, қазақстандықтар, тұрындар. Мақсат Тоқаев, біз сені қолдаймыз. Қазақстандықтар, бірлік көрсетейік. Тоқаев кетсін, ОДКБ кетсін. Қазақстан, Қазақстанда болашағы бар. Біз Қазақстан болашағымыз. Қорықпай сөз айтатын, жүрегіміз Қазақстан деп соғатын. Алға Қазақстан! Қазір гимн айтақ, жәрі, гимн айтақ. Гимнаннан кейін кішкене дайындалдыр, если вы хотите посмотреть слова. Будем петь гимн, не мам гимн. Алтын күн аспаны, жәрі ма? Алтын күн аспаны айтқанын. Білетін кем? Я же знаю, это народная песня. Атамекен айтсақ та болады, жәрі айтамыз. Келіңіз, қорықпаңыз, келіңіз. Қорықпаңыз, қорықпаңыз. Мына жерде қоятын. Яғни, әгер мұқисыңыз болса, Күнінің ұры, найдың апа, сөйлісің.
Arzumun mahabbeti diblim. Haydi jirsin adam ekin, kökünde jada dikin. Günün özü iyasına, imayona bata dikin. Жасужайлям, тук-тукылям, көкілем, көкілемді көп ойнаймын, көкілем. Асқар тауын асынымен ауласам, қазағымның мәртебесі деп білем. Нәжірсен адам екен, көкейімде жада дейкен, күнін өзі ұясына, күймай оны бата дейкен. Қайда жүрсен, ата дейкен, көкейімде жада дейкен, күнін өзі ұясына, күймай оны бата дейкен. Алтындан даласы, елінің дастаны, елінде қарашы. Ежелден ертеген таң, шықтығым намысын бермеген қазағым мұқты ғой. Нүн елім, менің елім, бөрін болып, егілімін жүрім. Қазақстаным, ұрпаққа жол ашқан кен байтақ жерім ғой, менде жарасқан тәуелсіз елім бар. Қорсағым ақпайтын ел бақытты, біздің ел қоғысында. Менің елім, идти. Садитесь из машины. Кто приехал на метро, у кого нету возможности доехать, наверное, все можем разместиться в машине. Хорошо? Давайте все организуйте посольство выбрам. Посольство на одно.
Ну зачем туда пешком идти, потом обратно сюда пешком идти? Это холодно, с детьми люди. Да, кто хочет пешком пойти, пожалуйста, пешком. Посольство находится на 16-й Олл-стрит. Прямо вот так будет идти, справа находится. Посольство на одной барме с барами, с барами. Хорошо. Мой.